один момент просто включили электричество, получается, вот и только я как бы попал на этот вот разряд. После этого 3-4 месяца был в больнице, после больницы еще полгода восстанавливался. Пытался и через министра спорта на тот момент еще пытался как-то куда-то устроиться, чтобы полноценно заниматься. Но меня никто не хотел брать, потому что боялись, мало ли что я там пойду, там еще какая-то травма будет. И понять тоже можно. Ну, результат все равно играем. Каждый божий день практически играю в футбол. Для меня это, как сказать, не только увлечение, это и общение с моими друзьями, и на футбольном поле, и вне футбольного поля.